2 февраля отмечает свой день рождения выдающийся советский и российский физик-ядерщик, академик Российской академии наук, почетный секретарь Общественной палаты России, почетный президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений Павлович Велихов. Кроме того, вот уже 22 года Евгений Павлович Велихов является членом Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир», являясь настоящим золотым фондом, надежным другом и верным соратником ассоциации. Встреча с Евгением Павловичем Велиховым, она состоялась более 20 лет тому назад. И с тех пор мы подружились и вместе были в период взлетов Евгения Павловича, взлетов нашей ассоциации. Ну и были такие моменты сложные и у него в жизни, и у нас. Он всегда опережал свое время на десятилетие. В 2000 году по приглашению Евгения Павловича мы полетели небольшой делегацией в Нью-Йорк и посмотрели, как крупные предприниматели, богатейшие люди Америки помогают детворе, помогают вот молодежи развивать экономику. А все начинается со школьников. Через год мы с Евгением Павловичем по его приглашению стали членами совета директоров и участниками таких программ, как «Достижения молодых», «Junior Achievement Russia». Суть программы – это экономическое образование школьников с созданием школьных компаний. То есть учим их экономике, учим их предпринимательству и даем возможность, помогаем создавать школьные компании. Различные там, сувенирная продукция, IT-технологии, там, изобразительное искусство. Лучшая школа, победитель вот этих состязаний при поддержке Мегапира, мы их отправили в Норвегию. Они, школьники, вместе с учителями посетили Норвегию. Вернувшись с Америки, мы там посмотрели, как государство чествует этих людей, которые помогают школьникам. И мы эту идею принесли вот сюда, в Россию. С тех пор вот создался форум общественного признания. Он хоть и гражданский человек, но он очень много сделал для обороны страны, для безопасности, для развития научного потенциала. Именно Евгений Павлович стал первым секретарем общественной палаты и сразу пригласил Мегапир вместе там поработать. На встрече с президентом он сказал: Владимир Владимирович, вот сейчас будет назначен Канчин в общественную палату, и мы хотим создать комиссию по национальной безопасности. Поскольку нужно было выборы в общественную палату, я обратился к президенту Владимиру Владимировичу Путину и предложил вот назначить Александра Николаевича Канчина. Когда я стал членом общественной палаты, потом второй раз, потом стал председателем комиссии по национальной безопасности, мы поехали на Дальний Восток, в Хабаровск. По пути во Владивосток из Хабаровска сели в Комсомольск-на-Амуре. Евгений Павлович привел нас на Амурский судостроительный завод, где показал, в доках ремонтировались атомоходы. Завод разваливался. Когда смотришь на этот атомоход, когда он в доке, это 10-этажный дом, подводная лодка стоит. На ее ремонт в год давали 70 миллионов, мы по тем деньгам, а надо было 700 миллионов. Мы предпринимали все усилия и внесли свою лепту под руководством Евгения Павловича, чтобы завод реанимировали. Евгений Павлович глубоко патриотичный человек, очень добрый и благородный. Когда мы полетели в Ростов, тогда как раз закончились боевые действия на Кавказе, и мы знали, что в ростовском госпитале на излечении 300 ребят. Евгений Павлович прилетел, и мы ходили по палатам. И вот он интересовался у ребят, раненых, сбитых летчиков, танкистов, там, связистов, разведчиков. И тогда мы обратили внимание на экипировку наших солдат, одиночную экипировку. Посмотрели, насколько это все отстает. Посмотрели на средства защиты индивидуальные. Мы подняли в общественной палате в Мегапире целый шум. И он лично президенту докладывал о том, что наш солдат индивидуально, он гол, он не экипирован. После этого, конечно, много было сделано. Мы докладывали с помощью Дмитрия Тимофеевича Язова и Евгения Павловича лично президенту, министру обороны, о передовом опыте. Евгений Павлович в жизни нашего государства
жизни Мегапира. Это целая эпоха. Мы ему настолько благодарны по-человечески. Мы проводили международный бизнес-конгресс. Присутствовал более 20 стран. И, конечно, все за счастье и за честь считали с ним пообщаться, поговорить. Тем более Евгений Павлович свободно владеет английским языком. Он со всеми может общаться. Я видел, как его знают, как его уважают, где бы мы только не были за рубежом. Одна из последних поездок была в Белград, когда мы проводили крупную научно-практическую конференцию. Он выступал с докладом, посвященную Первой мировой войне. И такие люди, как Велихов, принадлежат не только России, они мировой цивилизации. Наряду с интеллектом, наряду с высокой культурой, он всю жизнь учился быть свободным. Это очень глубокий такой посыл. У тебя всегда должно быть свое мнение, своя позиция, чувство уважения и одновременно чувство ответственности. Я вот думал, глядя на Евгения Павловича, быть свободным – это не значит быть свободным от всего. Быть свободным – это в равной степени имеешь права и обязанности. У Велихова гармонично связаны права в обществе и ответственность перед обществом. Вот это удел очень сильных, очень грамотных, очень серьезных людей. На его день рождения, когда Владимир Владимирович Путин был исполняющим обязанности президента, как раз в 2000 году, вот он 2 февраля приехал в Дом ученых. Человек 78 лет. Вдруг заходит Владимир Владимирович, сел рядом с Евгением Павловичем, президиум сидел там. То есть уже тогда у них дружеские такие отношения были, и Путин всегда его поддерживал. Но Евгений Павлович всегда сторонился политики. 22 года он член Совета директоров Мегапира и активно участвует, и до сих пор мы на связи, несмотря на определенные трудности. Я на его примере понял, что чем выше человек, чем умнее, чем он состоятельнее, тем он неприхотлив в быту, тем он скромен, ему нечего выпячиваться, нечего себя там, пропагандировать, рисоваться. Он сам по себе уже интересный человек. От всех нас, от совета директоров, правления, от многотысячного коллектива Мегапира я хочу, Евгений Павлович, пожелать вам здоровья, счастья вам, вашим родным и близким, и сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете для нашей страны, для нашей ассоциации. Будьте здоровы и счастливы.